Самый ожидаемый телепроект нового сезона. Гюэлла. Все знают, какой должна быть идеальная Келин. А какими качествами должен обладать зятек? Укргызов считается, что хороший Гюэлла имеет более 35 бытовых навыков, и не только бытовых. В эфире программы будут участвовать 10 неженатых мужчин. Им придется проявить все качества будущего главы семьи. Но кто сказал, что будет легко? Они попробуют зарабатывать деньги, строить дом, стричь овец, кипятить самовар, колоть дрова, копать огород, разделывать тушу на устуканы, собирать юрту. В проекте предполагается участие кыргызского аксакала. Именно он с высоты прожитых лет будет оценивать исполнение заданий.